И всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы записываем игру «Мой ребенок демон». У нас ребенок плачет. Побежали. Ты как, мудила, свет включил? Позвоните в 911, я его не знаю. Что ты хочешь от меня? Сиди. Ничего. Мы своего ребенка поджарим. Так, мусорки может. Жрать нет. Ходи голодный. Пошли. Посиди. Здесь ни хрена нет. Вон там сиди, короче. Да ладно, я пошутил. Подожди, я холодильник забыл закрыть. Расстроенный. Быстрее. Пошли спать. Тебя может поколбасить, заснешь быстрее. Спи. Тебя колыбельку спеть? А? Да. У тебя глаза такие, как будто ты пил целую ночь. Теперь ему сказку. Сейчас, как дед насрал в коляску. И всем привет. Всем привет. И чё? Заново. Чё, опять? Да. А где Мы за него играли. Я пошел отсюда. Откройте дверь, вызовите 911. Да, мы за него играли. Ты чё, опять жрать? Да. Ну ты полупокер, блин. Это не ребенок, это... Демон. Привет. На, сруль. Чё, опять насрал? Нет, я не могу больше с ним сидеть. Давай. Фу! Че ребенок обосрался? Че ты лыбишься? Накукундил. То есть трусы улетели. Ребенок? Это твоя работа. Вот твои трусы улетели, ты. Че, ты со мной идти еще не хочешь? Ну ты... Вот и сиди там. Воняй себе под нос. А я пошел твои трусы искать. Они еще и дверь открыли. А это что? Меч. Дайте мне успокоительного. Я не могу смотреть, как у меня трусы летают. Ну точнее не у меня, а у этого засранца. На свои трусы. Че, все? Ну да. Вот сюда ходить надо. Как ты сел? На. Да. Смотри мне в глаза. Фамилия и имя. Да ну нахуй. Ладно, все, я пошутил. Фамилия и имя. Где был? Твоя работа. Ой. Трусы закрыли. Спи. Спи. Ой. Ты нормальный? Ну и хрен с тобой. Иди поспи лучше. О! Ключ. Ключ! Я линяю нахрен отсюда.
То есть я ключ заныкаю. А то этот полупокер мне жизнь не даст. Нас, конечно, рубит. Сейчас мы зачнем. Лоуди. Опять старт. И чё? День 3. ТВ. И чё ТВ? Да, ети. А ты не тот случай? Нет. На всякий случай проверим. Да, ети. Все, он должен спать. Хорошо, что не срать. Кто открыл дверь? Фак! Я чуть не обосрался. Я вообще охерел, я чуть не обосрался. Вызывайте 911, я сошел с ума. Нет, я лучше пойду. Что, и спать нельзя? Нет. Сейчас сгорело твое. Йо, карны бабай, блин. Малыш, ты там? Ты? Телепузик. Полужмурик, как тебя там? Куда прочь? Чего? Нет, я походу сошел с ума. Вызывайте дурку. А, покорми меня. Нормально. Холодильник в холодильник. Нет, я походу реально сошел с ума. Из холодильника из двери. Жри сам. О, флипчельник устроен. О, флипчельник. Стало. А еще? Не стало. Опа. Опять не стало. Покорми меня, Бог. Обойдется, я играю в флип-челлендж. О, стало. Теперь твоя очередь. Ты что, с бутылкой сожрал? Фус, кунс. Пошел нахер. Сам себя переоденешь. Ой, ты задолбал. Сори. Стоять, куда ты? Твою мать! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец, подумай. У тебя что, вентилятор на голове или что? Что у тебя башка крутится? Я линяю нахер отсюда. Что мне хоть с тобой сделать надо? У меня ребенок тоже испугался. Ты! Амино, блин! Ты что летаешь там? А если калитку закрыть? Ладно. Где мой ключ? Ты ключ? Ну ты полупокер, блин. А, о! Укол ему в жопу впиндюрить. Ну ни хрена себе, тебя как соплю-то. Ладно, пошли. Сам передел. Ладно, пошли спать. Твоя работа! Вот это! Вытереть тобой полку, что ли? Твою мать, ну тебя на... Нормально. Что это написано? Посмотрел за лысым. Я обосрался. Мы всю игру что ли прошли? Сейчас посмотрим.
Да. Мы всю игру прошли. Нас этот полупокер грохнул. Да, мне наш поиграть. Ребенок. Демон. Всем спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте лайки, комментарии. Всем спасибо. И колокольчики. И колокольчики. Всем спасибо. Всем пока-пока. С вами был канал Игроман Геймс.